Союз должен остаться союзом. Понимаешь? Чтобы должен быть союз. Потому что должен быть это союз. Мощь, кулак единый, когда будет все вместе. А если между собой, будешь между республиками, тогда, как говорится, будем мы слабы все. Добрый вечер. Ровно 2 часа прошло после выхода в прямой телевизионный эфир Михаила Сергеевича Горбачева. И ровно 2 часа прошло с того момента, как он заявил о снятии с себя полномочий президента Советского Союза. Включаем запись этого заявления. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Я умоляю боевых товарищей, кто меня слышит, немедленно на помощь к зданию Верховного Совета. Если слышат меня летчики, поднимайте боевые машины. Русские войска этим утром превратили часть делового центра Москвы в зону свободной стрельбы. Пространство вокруг здания парламента и офиса мэра быстро стало урбанистическим полем боя, где не просят и не получают пощады. Если мы только повернем хоть на шаг, нас потом никто, ни дети наши, ни внуки, никто не простит. Стреляйте их на месте, мужики, стреляйте, не жалейте. Я понимаю, сейчас мы уже говорим на уровне истерики, на уровне эмоций. Наверное, уходит здравый смысл из наших голов. Неужели Россия страна только страстей? Неужели Россия страна только горь?